Их адрес не дом и не улица. Эти люди не могут оформить участки по ряду причин. У одних земля в санитарной зоне, у других рядом с ЛЭП или железной дорогой. В этом году администрацией города была инициирована поправка в закон о бесплатном предоставлении в собственности земельных участков, находившихся в государственной и муниципальной собственности. Эти изменения дают возможность получить заветные документы владельцам домов, построенных до 2010 года. Однако и здесь люди оказались заложниками бюрократии. В нашем случае он не работает, у нас мы не можем получить прописку в связи с тем, что не можем получить адрес. А как бы адрес нам не дают, потому что у нас нет документов. Нам отказывают на основании того, что это самовольная постройка и присвоение адресов, согласно правилам, не проводится. В основном все те, кто построился в период с 2000 по 2010 годы, не могут оформить прописку. Поэтому местные власти предлагают альтернативный вариант. Ну, на горсовете он прошел, чтобы убрать вот этот документ, прописку, грубо говоря, у людей, то есть адрес, чтобы выйти, чтобы люди не было замкнутого круга, а выйти. Какие сроки будут рассмотрены, приняты, когда уже люди снимали? Я думаю, на республику уже ушло, скорее всего, да. Но я думаю, в этом году, во всяком случае, Урал должен либо принять решение, либо не принять. Скорее всего, пункт «Регистрация по месту жительства» заменят другой формулировкой. Как будет выглядеть документ, решат депутаты Народного Хурала на сентябрьской сессии. Юлия Пермякова, Евгений Павлов. Новости дня. На кусок хлеба.